знаете, для того, чтобы, наверное, страна гордилась, нужно развивать науку, экономику и очень много в это вкладывать. И очень много об этом рассказывать. По большому счету, люди не интересуются тем, что происходит в стране, а потом говорят, что им нечего сказать. На мой взгляд, то, что мы пережили 90-е и 2000-е, которые были, в общем-то, очень такими, ну, я считаю, странными для страны, это уже прогресс. То, что мы за два года, во всяком случае, столица точно, и, я надеюсь, Санкт-Петербург и все большие города немного стали догонять Европу, это тоже случилось за совсем короткий срок. Европа шла к этому очень долго. Этим можно гордиться. Мы идем семимильными шагами, у нас все получается очень быстро, и мы не успеваем это фотографировать в памяти. Поэтому многих, если спросить, конечно, они скажут, что, наверное, гордиться нечем. Это потому, что люди перестали быть патриотичными, потому что патриотизм не развивается у народа, потому что мало патриотичного кино и мало патриотичных программ. И все больше акцент делается на отдельных личностях, которых часто показывают по телевизору, рассказывают. А мне кажется, нужно показывать и рассказывать про большую, невероятно красивую, интересную страну.